Я ему даже какую-то лампочку тут чинил, я помню. Не только лампочку чинил, но и в бане парился. И рыбу ловил на берегу Енисея вместе с красноярским писателем Виктором Астафьевым. Сегодня журналист Владимир Мукусев, прогуливаясь по дому писателя в Овсянке, вспоминает о первой встрече. Мне сразу сказали, он может и на порог не пустить, Виктор Петрович, да. А он встретил, он выходил как раз куда-то, сказал, о, пойдем, я тебе покажу телевизор, по которому ты ко мне приходишь. Подал руку, что я понял, оказывается, я думал, это естественное стремление, вовсе нет, далеко не всем он подавал руку. В доме Астафьева журналист разглядывает фотографии, задумчиво сидит за столом, где были написаны десятки всемирно известных произведений. Признается, после смерти писателя приезжает в Овсянку всякий раз, как бывает в Красноярском крае. Не отпускает меня Астафьев, вот с тех времен, как я здесь побывал и пообщался с ним, как уже бывал после его смерти, вот тянет меня сюда, тянет за какой-то внутренний, не знаю, ну, устойчивостью, что ли. Должным для себя, считает Владимир Мукусев, навестить и Енисей. На его берегу журналист простоял несколько минут на прощание. Уже завтра он уезжает в Петербург, но Красноярску говорит до встречи. Екатерина Павленко, Александр Шастин, краевой телеканал «Енисей регион».